congiuntivo. Sa slagate la cagnegne. Anaka, un asse scettiri momenti sposo in sa slagate la cagnegne. Ascia si ha pacaggiuto o casame glavni, per il momento. Cada mi virajem sia subiettivna. Cada mi virajem gelanie, mnenie, apasenie, ciustua. Subiettivna. Ni rascase una fatta. Rascase una nasce. Точки зрения. Конжунктиво это звучит? Конжунктиво. Вот. Первое, на которое мы должны обратить внимание, это время глагола в главном предложении. И есть два варианта. Время это настоящее, либо время оно из прошедших времен и завито наклонение. Вот время первый раздел. Пенсо. Я напишу пенсо, но могу сказать о паура. Кредо. Кредо это то же самое, как сказать пенсо, думаю. Это мнение, а это опасение, буре волю. Не важно, какую субъективность я выражаю. Важно, что здесь глагол в настоящем времени. Потом есть союз. И есть четыре варианта. Здесь уже речь идет о согласовании времен. Сейчас обращаем внимание, чтобы, потому что не синоним, я говорю, говорит, думаю, боюсь и хочу. Поэтому сейчас обращаем внимание на думаю. Могу составлять придаточные предложения, которые походят, где я хочу, думаю и боюсь. Если я сейчас выражаю свое мнение о том, что, по моему мнению, всегда является таким, это одновременность, всегда, значит, до сих пор, до данного момента, до момента высказывания. Это одновременность, и поэтому использую такое же время, только другого наклонения здесь. Настоящее время завито наклонение, здесь настоящее время созлагает наклонение. Penso che vivere sia meglio che morire. Вот наше время. Конjunctivo presente. Скажем так, конjunctivo. Прес. Потому что здесь у нас есть индикативо презенте. Одновременно. Прес. Одновременно. Я думаю, что жить лучше, чем умереть. Всегда. В том числе в данный момент. Есть еще один вариант. Когда я сейчас выражаю мнение о том, что сейчас происходит. Только сейчас, не раньше. Это не всегда так, но сейчас. Но все-таки опять на одновременность. В этот момент. Все в квадратике, что подписано? Конjunctivo? Конjunctivo presente. Presente. А есть еще? Четыре времени у нас есть. Конjunctivo. Да? Четыре. Да. Б. Когда я сейчас выражаю свое мнение о том, что сейчас происходит, ad esempio, sì, penso che adesso, давайте, каким образом будет более понятно, penso che adesso с другим глаголом
Ega, ascolti con attenzione. Dume, sosicias, ega, slushet, vnimatelna, vnimaniem, vnimaniem, per italiano. Beh, apiat, congiuntivo presente, potamo stare. Я сейчас думаю о том, что сейчас происходит. Конjunctivo, presente, опять одновременность. То же самое, да? То же самое, oui. То же самое. А почему у нас вот этого всего в книжечках не было? Учебник создан, чтобы работа с преподавателем. Учебник это не для русских, нет правил. Это не для русских. Что, написать правила по-русски, по-немецки, по-французски, по-испански, по-английски, по-китайски. Нет. Учебник это с методикой, как называется, разговорной методики. Попадает и потом объясняет. Хорошо. Третий вариант. Я могу сейчас выразить сомнение о том, что произошло до моего высказывания. Б. Например, Настя не пришла. Не пришла, это прошедшее время, да? Я сейчас вижу, что она не пришла. Ну, не приходит, не пришла. Allora, posso dire, penso che Настя... Настя... Non... sia venuta per colpa del lavoro. Думаю, что Настя не пришла по вине из-за работы. И тогда, поскольку я отношусь тому, что произошло до моего высказывания, здесь использую не конjunctivo imperfetto, не конjunctivo presente, а конjunctivo passato. Отношусь к прошлому, поэтому использую прошедшее время. Хорошо? Логично? Четвертый и последний вопрос. Слушай. Penso che nel 1999 in Italia l'estate fosse più calda. Я сейчас думаю, что в 1999 году в Италии лето было жарче. Здесь тоже отношусь к прошлому, отношусь к тому, что произошло. Отношусь к прошлому. Но здесь ничего не происходит. Здесь это действие, она не пришла. А здесь что? Было. Что? Лето было жарче, что-то происходит? Ничего не происходит. Это... E qui abbiamo il congiuntivo imperfetto, patamusta, imperfetto, patamusta, zesta a pisani, zesta una sdistia, zesta a pisani, ничего не происходит. E mi знаем, что даже vis-à-vis наклонение, когда mi описываем что-то в прошлом, используем imperfetto. Zesta, это личный подход, субъективность, поэтому используем. Да, imperfetto, non è vis-à-vis наклонение, со слагательным наклонением. Логично? Хорошо. Сейчас посмотрим, что происходит, когда в главном предложении глагол находится не в настоящем времени, а находится в прошедшем времени. Quindi, l'indicativo завитое наклонение есть много прошедших времен. Может быть imperfetto, pensavo. Imperfetto. Може бити passato prossimo, ho pensato.
либо думал, я подумал. Но с точки зрения того, что здесь находится, никакой разницы нет. O pensato è passato prossimo. Oppure pensai, e da tosi ya padumal. Passato remoto, то прошедшее время литературное. Може бити що avevo pensato. Pre прошедшее время, tra passato prossimo. Tra passato prossimo. Не важно. Оно из прошедших времен. Опять у нас будет союз «ке». И потом есть такие варианты. Три. Если я тогда выразил сомнение о том, что тогда мне казалось, что всегда являлся таким, тогда я использую одновременность. Но одновременность в прошлом. То есть imperfetto, imperfetto. Pensavo che la pasta fosse ma sì, un cibo grasso. Я думал, либо подумал, неважно. Что? Паста, макаронные изделия, это еда, жирная еда. Была или вообще? А? Была или вообще? В тот момент... Вообще была. В тот момент, когда я думал. На самом деле, по-русски здесь ничего не надо ставить. Beh. Ты сможешь сказать про бамбини? Ma tada здесь, da bambino pensavo che la pasta fosse un cibo grasso, sì, facciamo niente. Можно ставить препосилку здесь. Da bambino. Beh, no, l'anno su здесь есть выбор среди многих прошедших времен. Но вы учитывая, что чаще всего используем imperfetto. Не так важно рассказать, что я подумал. Чаще всего мне рассказывают, что я думал постоянно. Я подумал и момент. И тогда будет более понятно, почему здесь, когда речь идет о одновременности, используем imperfetto здесь. Imperfetto здесь, imperfetto здесь. Конъюнктиво imperfetto. Тогда понятно по зеркальности. То же самое находим, если тогда, в прошлом, я выразил сомнение о том, что происходило одновременно со своим мнением. Pensavo che Marina si annoiasse. Я думал, что Марине скучно. Опять. Я тогда, то есть, мадам бамбино здесь не походит. Ей, потому что бамбино мне... Когда я бы... Ее не было, когда я был ребенком. Ieri, pensavo che Marina se non riesce. Ieri я думал. И вчера я думал. И вчера она ей было скучно. И поэтому опять одновременность используем кондиционали. И конъюнктиво imperfetto опять. Это конъюнктиво? Imperfetto.
Последний случай, это когда у нас есть мнение в прошлом о том, что произошло до образования, на мое мнение. Б. Pensavo, ieri pensavo che Nastia non fosse venuta per colpa del lavoro. И здесь тоже логично. Если выше, когда я использовал главное предложение настоящее время, то есть когда я выражаю о том, что произошло раньше, использую прошедшее время, ниже, когда я выразил в прошлом то, что произошло до этого, использую здесь прошедшее время, а здесь препрошедшее. Совершаю один шаг назад во времени. Congiuntivo trapassato. No, не важно. Здесь не важно, какой из них. Важно, что это случилось до образования, мое мнение. Здесь выбор. Trapassato тоже? Да, может быть. Все зависит. Не влияет выбор такого времени, не влияет на это время. Это отношение между моментами, что влияет. Как переводится еще раз? По вине работы, то есть из-за работы. Какая часть речи это кольца? Существительное. Кольпа. Вина. Вина. По вине. Кольпа. Вот это согласование времен со слагательным наклонением. Потом существуют особенные случаи. Давайте повторяем особенный раз. Раз повторим все, давай повторяем еще это. Это можно стереть? Mm-hmm. Записали? Mm-hmm. Сфоткали? Нет. Да. Сфоткали? Да. Ну все, тогда пришлю, что обязательно. А то за комподности. Я не надо растеряться, что так. Я понимаю, что сложно. Тем более, что все это по-русски... решается посредством частицы любви. А по-итальянски нет, у нас четыре... А в будущее это одновременно. О, да, хорошо. Давайте сделаем еще... Я тогда думал, что... Поскольку нету будущего времени в сослагательном наклонении, слава Богу, уже четыре времени достаточно. Я хочу добавить еще, но нет. Поэтому, как решается, если мы относимся к будущему? Подумайте всегда так. Упрощаем и подумаем о начале нашего курса. Я, поэтому сейчас бросим на минуточку сослагательное наклонение и вернемся к изобретенному наклонению. Я всегда вам говорил. Итальянцы очень часто используют настоящее время, чтобы выразить будущее. То есть, но домани андро al cinema. Никто не запрещает говорить так, но это проще для самых итальянцев. Говорить домани vado al cinema. В принципе, можно говорить так и по-русски. Но по-русски, через одну минуту виду. Итальянцы точно не говорят так, потому что через одну минуту, прости, это практически сейчас. Через одну минуту воспринимается как настоящее, не как будущее по-итальянски. Тогда... Точно я буду, не виду, а выхожу, скажет итальянец. Но не забудьте это поведение у итальянцев. Используют очень часто настоящее время в виде будущего.
Что значит настоящее время в мире будущего? Это принцип одновременности. Я сейчас использую время, которое требуется по одновременности, что это настоящее, относясь к будущему. Поэтому, penso che domani piova. Пойдет дождь. Использую конjunctivo presente. Настоящий вид будущего. Принцип одновременности. Конечно, могу и здесь использовать будущее простое, поскольку нет будущего времени в сослагательном наклонении, могу использовать будущее, есть второй вариант, могу использовать будущее простое и завитое наклонение. Penso che domani pioverà. А как здесь? Как вести здесь? Здесь тоже. По такой же принципу. Использую принцип одновременности. А какая одновременность? Конjunctivo imperfetto. Penso che. Domani не могу сказать, потому что domani это только 31 ноября. Поэтому будет il giorno dopo. Pensavo che il giorno dopo, я думал, что в следующий день piovesse. Вот, опять принцип одновременности. Imperfetto, конjunctivo, imperfetto. Как и здесь, и как и здесь. Так, так. Presente, presente. Либо, второй вариант, могу использовать и здесь будущее. Но минуточку, это будущее в прошлом. Не могу использовать будущее простое, потому что будущее простое относится только к тому, что еще не случилось. А это будущее в прошлом, такой момент уже прошел. А будущее прошлое выражается посредством прошедшего времени условного наклонения. Avrebbe piovuto. Но мне кажется, что проще говорить «пьовесе», чем «авребе пьовуто». Мы думаем о сослагательном наклонении, а потом что? И будем использовать условное наклонение. Перемешиваем карты. Нет, не надо. Тогда второй раз сфоткаешь. А там получается, что вот это «пьово» — это конjunctivo, а «пьовера» — это «индикативо». Futuro semplice dell'indicativo, будущее простое и завитое наклонение. Здесь опять конjunctivo, конjunctivo imperfetto, а здесь будущее в прошлом, то есть прошедшее время условного наклонения. Тоже... да, потому что будущее в прошлом выражается только... Индикативо, все. Конjunctivo и... Кондиционале. Кондиционале passato. Oh, ma con appisato sto tutta quella. Avrebbe... Condizionale passato. No, нет препрошедшего времени условного наклонения. Есть только у изовительного и у сослагательного. Препрошедшее время сослагательного наклонения используется, чтобы выразить, когда мы выражали мнение о том, что произошло до... Viscaglia. Вот, Настя non fosse, pensavo che Настя non fosse venuta per colpa del lavoro. Я ieri, вчера, думал, что Настя не пришла из-за работы. В прошлом я относился к тому, что случилось еще более давно. Более давно, простите, более давно, и тогда использую препрошедшее время. Что случило? До этого. Перед тем, как прежде. Препрошедшее. Все. Угу. Стереть можно? Нет, подождем Настю. Просто
Настя там какая-то. Настя, но после. Все. Бе, есть особенный случай еще. Это не особенный. Но вы говорили, что это особенный. Нет. Но. Это самый простой. Здесь стандартные конструкции. Есть особенный случай, где мы будем использовать только конжунтиво имперфетто или конжунтиво трапассато. Не будем использовать конжунтиво презенте или конжунтиво passato, tolca congiuntivo imperfetto e trapassato. Vieris luce. Это когда выражаем желание посредством условного наклонения. Это не сложное предложение. Сложное. Это все сложные предложения, но это не с условным предаточными. Это когда... Но! Простите, последняя тема — это сложные предложения с условным предаточным. Я сказал что-то другое сейчас, я кое-что другое сказал. Это когда мы выражаем желание посредством условного наклонения. Vorrei... А не обязательно с глаголом «волере»? Еще вариант. Sarebbe bello, было бы здорово. То тоже. Первый вариант. Второй вариант. Avrei voluto. Либо sarebbe stato bello. Parusca di narca va per i voli, se хотел бы здорово. Но вы знаете, что по-итальянски есть два времени в условное наклонение. Настоящее время – условное наклонение. Кондиционале презенте и прошедшее время – условное наклонение кондиционале пассато. Союз. Che ma se lo stava non è da niente. Allora vorrei che what Irina capisse il congiuntivo. Я хотел бы, чтобы Ирина поняла, наконец-то, со слагательное наклонение. А все остальные не поняли. Сколько лет? Allora, когда мы используем главное предложение, настоящее время, условное наклонение, чтобы выразить желание, придаточное предложение, когда я отношусь к настоящему или будущему, использую конjunctivo imperfetto. И здесь только один такой вариант. Если я выражаю, здесь на самом деле, раз вы хотели повторение, здесь добавляю одно, один вариант, который вам раньше не показывал. Если я выражаю свое мнение, выражаю желание в главном предложении посредством прошедшего времени условного наклонения, если вы помните, когда мы проходили прошедшее время условного наклонения, мы изучали, что прошедшее время условного наклонения используется, когда мы выражаем либо желание, которое не выполнилось в прошлом, либо желание, которое не выполнится в будущем. Поэтому два варианта. Avrei voluto che Irina
capisse il congiuntivo. Liba che Irina avesse capito il congiuntivo. Se sappiate budi il congiuntivo imperfetto, se budi il congiuntivo trapassato. What? Avrei voluto che capine, che Irina capisse il congiuntivo al nostro настоящему che будущему, то есть я сейчас, хотя бы чтобы Ирина поняла, сейчас я простите Ирина, это другая Ирина, что Ирина поняла конjunctivo, но я использую прошедшее время, значит, что это желание, которое не исполнится в будущем. То есть я уже знаю, что Ирина не полезна, не поймет. На самом деле это редко используется, потому что мы не всегда знаем. Но вторая комбинация это я тогда, год назад, хотел бы, чтобы она поняла, что слагательное, и не поняла тогда. Это желание, которое не исполнилось в прошлом. Поэтому надежда еще есть в будущем, а здесь надежды нет. Так. Можно было сказать, а adesso про валюту, Кирина, capisce il motivo. Sì. Capisce il congiuntivo. А adesso ставится как препосилка. Что я сейчас хотел бы. Ставится здесь как препосилка, когда мы говорим это. А здесь в виде препосилки будет allora. Тогда. Вот, правильно. Правильно говорит Жанна. Adesso avrei voluto che Irina capisse, adesso, allora, avrei voluto che Irina avesse capito. Non è da crani luce che da migliava in tacna sa mangile, eh? Interessante говорить о желаниях, которые относятся к будущему, и которые пока мы не знаем, осуществится или нет, выполнение или нет. Короче, самое главное, вот здесь самое главное такое. Вот, вам надо запоминать. Второй особенный случай, когда используем слово «магари», «хорошо бы». Здесь, в принципе, мы говорим одно и то же. Опять относимся к желаниям. И есть два разных способа говорить то же самое. Это то же самое с разной точки зрения. Это как сказать, это подъем или спуск. Зависит от откуда ты смотришь. Но одно и то же. И здесь то же самое. Если... Вернемся к пониманию сослагательного гонения. Magari capissi il congiuntivo, magari avessi capito il congiuntivo. Опять встречаем два варианта. Либо congiuntivo imperfetto, liba congiuntivo trapassato. Что хочу сказать? По-русски перевод один. Потому что такие тонкости нету по-русски. Хорошо бы, если я понял сослагательное гонение. Но по-итальянски нюансы есть. И вам надо понять, какой нюанс, потому что это ладно, что это склон или подъем, но это одно и то же. Но
если у меня спина горит, это пальнем, неприятно. Если склон, ладно. Поэтому оно и то же, но тут точка зрения сильно меняется отношение к склону или к пальнему. Поэтому, magari capisci il congiuntivo. Я желаю себе как можно, я надеюсь, что как можно быстрее это осуществится. Как будто Наталья, говоря это, завтра проснусь, и у меня все складывалось в голове. Я уже могу образовать всякие приложения с облагательным хранением. То как можно быстрее. Составляя вторые предложения, я имею, я жалею, что это еще не случилось. Уже была пора. Не, понятно это. Прошел год. Желание такое же, что уметь использовать соблагательное гонение. Но с одной стороны, хочу, чтобы это случилось как можно быстрее. С другой стороны, черт побери, уже давно, это значит, что я туплю, уже давно надо было туплю. Понятно? Конечно, нет никакой обязанности с вашей стороны составлять такие предложения, но итальянцы составляют еще как. И последний. А вот вы говорили еще кома. Вот-вот последний особенный случай. А, или это еще не гипотетика? Но. Come se, словосочетание come se, не надо дословно перевести, потому что если вы переведете дословно, никогда не значит, как если, ничего не значит. Come se значит как будто. Опять два варианта, либо конjunctivo imperfetto, либо конjunctivo in passato. Allora, andiamo in primo. Mario mangia come se non potesse ingrassare. Beh, stesso un assist, potesse, значит, congiuntivo, imperfetto, la pieve variante. Liba, Mario, che pesa 150 kg, mangia come se avesse, anzi no, avesse, come se fosse dimagrito di 50, anzi 70 kg. Is this is posum. Congiuntivo. Sì. Dimagrito, sì. Congiuntivo tra passato e piatto. Allora, prima prelagine. Mario jest kushet. Kabutta у него нет возможности потолстить. Он не может потолстить. Kabutta он не может потолстить. Жрет весь предел. Не волнуй, не потолстил, как будто у нее такой возможности, у него такой возможности нет. Надо было Мария. А вот это что Димагрито? Димагрито. А, Димагрито. Бе, если не относимся к настоящему или к будущему, он сейчас есть, как будто не сможет потолстеть. Бе, тогда используем конjunctivo. Imperfetto. Второе предложение переводится. Mario, либо Мария, как хотите, вес которого это 150 кг, который весит 150 кг, есть кушать, как будто он уже похудел на 70 кг.
Поэтому, если после того, если когда я напишу «come se» и потом отношусь к прошлому, использую, он уже похудел. Использую в предпрошедшее время. Первое, Марио ест, как будто... У него не сможет подрастить. Оно относится к настоящему, к будущему. Опять. У вас нет никакой обязанности образовать приложения такие, как будто. Но по-русски составляете, и мы итальянские, итальянцы тоже. А во втором, как будто он уже похудел, что ли? Да. Скажите, можно? Нет. Не погонит? Я понимаю, что... С ума сойти, сколько случаев мы прокатили, но что я должен сказать вам? Предупреди с самого начала, 21 время. Можно вопрос? Да. Я не совсем поняла последнее. То есть, если не пропотолстеть и так далее, как будто светит солнце, как будто светило солнце, так или нет? Все, можно. Хочешь приложение с солнцем? Не, ну просто не понять, как будто... Не важно, какое действие. Либо относится к настоящему или будущему, и тогда используем конжунктивный перфект. Либо относимся к прошлому, и тогда используем конжунктив ultrapassato. Опять настоящее? С точки зрения итальянской грамматики, настоящее, будущее, оно и то же. Не, я поняла, просто настоящее, прошедшее. Скажите, сейчас можно?